всегда, каждую неделю как-то очень быстро наступает пятница, а пятница для меня это день самых нелюбимых упражнений в спортзале. Настроение чуть-чуть портится от того, что ты знаешь, что пятница и что их нужно делать, но их нужно делать, потому что очень-очень долго, не то что дни, не то что месяцы, годами я игнорировала большую часть своего тела, и мне казалось, что нужно заниматься, ну, как и многие девушки, женщины, только низом, потому что ноги, попа, потому что хочется, потому что все равно, как ни крути, смотрим на других. Ну, есть еще и лето, есть еще и пляж, и, в общем, хотелось. И занималась я только низом своего тела, но в итоге я пришла к тому, что негармонично смотрится неразвитая полностью, мышцы неразвитые полностью на всем теле. Поэтому пятница.